И Казахстан, и Узбекистан – государства, которые связывает еще и Великий Шелковый путь. По его современному аналогу уже доставляются различные товары. А для удобства логистики вдоль магистрали создаются транспортно-логистические центры. Один из таких планируется построить вблизи Большой кольцевой Алматинской дороги. Еще более комфортная логистика в том числе станет после внедрения механизмов смарт-сити в нескольких городах страны. Идет очень сильная адаптация и изменение вот этих вот принципов, подходов, как нам все-таки жить в новых условиях, как нам разрабатывать генеральные планы, как нам делать так, чтобы человеку, который потом в итоге будет пользователем этой продукции, чтобы ему было комфортно в этих городах.